Приветствую вас, пользователи YouTube. Значит, вкратце расскажу в двух словах, что происходит. Значит, корпорация, на которой я работал, не решила от меня избавиться, чтобы не платить небольшой гонорар за всю мою работу. Но меня спасла другая организация. Вот. И, значит, эта серия Десента называется Retribution, возмездие. Это возмездие, ну вот, директору организации, который решил от меня избавиться. Вот, и что, значит, происходит? Мы выяснили, что в организации, в общем, произошел сбой с вирусом, на котором работал доктор Свейцер. Мы узнали в первой части мы узнали, где доктор Свейцер находится, во второй части мы его спасли из тюрьмы. В третьей части мы достали его данные все из лаборатории, его же лаборатории. Сейчас нам нужно все эти данные, вот у нас четвертое задание, отвезти все эти данные Сузуки, такое имя у чувака, который живет в докторе в городе Сеул. Естественно, это другая планета. Вот вы видите, какой-то астероид. И нам нужно отвезти это все в башню. Но я что-то башни не вижу. Обычно ее видно было, блин. Что-то ее не видно. Смотрите. Ведь она была видна же. Блин. В общем, мы прошли через первую часть Сеула до канализации, до канализационных катакомб. Теперь нам нужно спуститься вниз в канализацию и там уже пройти в другую часть города, и видно будет там уже, естественно, вход в эту башню. Что нас ждет впереди? Впереди нас ждет оазис с зелеными деревьями, такой маленький-маленький оазис. И еще нас ждет битва, воздушный бой с таким же самым кораблем, даже с двумя, по-моему, с истребителем. С двумя истребителями, таким же самым, как мы. Мы увидим, насколько это быстрый и такой довольно неуязвимый и юркий корабль, на котором мы вот летаем. Так. Это был вход в канализацию, значит. To the sewers. Completed. Find the entrance to the sewers. Найти вход в канализацию. Значит, это медик. Он нам ничего плохого не сделает, но зато от него мы можем... Это даже не медик, это техник, видимо, у него там... Ну, в принципе, да, роботов чинить. О, слушай, полный бак, взрывный снаряд. То есть надо бы сюда вернуться и подобрать эту пачечку. Вот видите, некоторые лампы, так, видно, выходят из строя, скоро погаснут, поэтому их нужно будет заменить. Но нам от этого ни холодно, ни жарко, поэтому пусть меняет кому-нибудь другой. Вот это, видите, это, вот это сама, сами отходы, или просто реки, которые текут в канализации, интересно. Да, нам нельзя до них дотрагиваться, видите, я потерял жизнь, потому что они токсичные. Поэтому очень осторожно перемещаемся, держась возле стены, потому что, естественно, во-первых, здесь лабиринт, а во-вторых, здесь новый робот, который нам стреляет разрывными снарядами. Значит, не самонаводящими, а разрывными. Он там еще... самонаводящих снарядов, либо
сколько же? Такие, блин, крепкие, куда ты её попал? Сейчас. На этого снаряда уже тратить. Так, что, 79 у нас осталось жизней. Подбираем снаряды мгновенно. Мы потратили 9 разрывных снарядов на этот маленький бой. Всего лишь на 3 робота. Потратили, блин, целых 9 разрывных снарядов. Смотрите, видны звезды. Звездное небо, видны звезды. Такой вот эффект параллакса. Знаете, что такое эффект параллакса? Это когда слои перемещаются с разной скоростью. Ближний слой перемещается с одной скоростью, слой дальше перемещается с другой скоростью. А слой, который далеко-далеко, он вообще не перемещается. Называется эффект параллакса. Было отступление техническое такое, художественное отступление. Токсичные реки текут в разные стороны, значит, что здесь? Ой, видите? Так, мы их поближе подпустим, пока они будут вместе. И вот сюда вот нужно прицелиться так, чтобы их засыпать. Ой, если мы... Шахт оказывается. Вот, смотрите, шафт. И нам нужно, чтобы робот подобрался поближе. Они начали стрелять друг в друга. Нужно научиться провоцировать каким-то образом. Научиться провоцировать. Смотрите, видите, не только... Получается, что практически любые роботы могут... О, смотрите, это какой-то у нас тут подземный... А, нет. Получается, что любые роботы... О, вот это нам надо. 52. 62. Всего лишь 10. Блин, этого мало, конечно. Всего лишь 10 напаловских. Нам нужно как-то так... выяснить тактику. Похоже, я сюда пришел. Да, вот видите, лампа была поломана. Нужно выяснить тактику или выяснить способ провоцирования роботов, чтобы они... Я думаю, знаете, что нужно сделать? Чтобы они начали друг с другом воевать, нужно... О, вот сюда можно попасть каким-то макаром. Я думаю, нужно сначала ранить робота и быстро смыться. И когда робот... О, отлично, у нас как раз хватит, чтобы заправиться. И... пулеметной лентой и разрывными снарядами. Вот такой вот закоулок здесь был, блин. Ну чё, прикольно. Хорошо. Значит, вы берете, стреляете по роботу и быстро уматываете. И робот, значит, думает, что в него попали не вы, в него попал другой робот. Теперь я быстро свалю. Быстро свали. Меня не видно. Роботы, по идее, должны думать, что в них стреляли они... А, я понял, нужно другого робота тоже. Нужно зацепить одного робота и второго. Точно, давайте попробуем зацепить второго. Между собой ракеты. Так вот, на меня попали.
попробуем исключить. Ладно. Быстрее. Черт, по этому роботу не видно, что он начинает слабевать. Так, используем, будем использовать ваус. Как я сказал, мы здесь попали в лабиринт. Кстати, о, смотрите. Даже чуть-чуть. Напалом, кстати, неплохо. Получается. Не напалом зацепили, он просто потихонечку все горит. Так, а чё? А, тут нет ничего. Значит, нужно быть осторожным перед тем, как вы берете сам напалм, потому что он вам предоставляет больше горючего. Вот сейчас у нас 46 90. Значит, когда вы подбираете напалм, он дает вам 50, а если вы берете просто бочку, то вы получаете 10 единиц. Ничего страшного, у нас есть карта. И, по-моему, здесь был. Все подобрал. Если мы заблудились сюда, у нас есть карта. Так, пулемет наготове. Самые наводящие ракеты, потому что их. Девять. Тоже, мне кажется, я подсюда. Здесь был, но здесь все очень плохо. Так. О, по-моему, я начинаю вылазить. Два робота. Да, значит, мы пришли отсюда, как мы помним, эту лампочку мигающую. Да. Ну, хорошо, что мы ее запомнили. Мог не обратить внимания. Так. Я на всякий случай проверю этот закоулок уже. С ним покончим. Значит, если все время идти влево, я здесь был. Также я не был. Если все время идти влево, я так понимаю, мы делаем круг. И вот эта вот лампа. Значит, влево мы уже не идем. Все понятно. Давайте попробуем вправо. Что-то тут какое-то все в дыму. Смотрите, вот они отдыхают здесь. Не успел заметно подобраться. Где это? Не нужно. Таких легко. Я двигался просто. Видите? У него такой клюв. Блин, расколько. Так, клювы у нас клювом этим. Значит, запоминаем, здесь такое задымление, блин, все в дыму или в паре каком-то, в воне. А вот у нас здесь патрончики, отлично. А с этой стороны тут нет ничего, тут нет ничего. А тут, ой, тут здесь патрончики. Ну, нормально, 10 тысяч патронов, то есть можно использовать, можно использовать ваус теперь. Можно не бояться, потому что патроны здесь будут.
Так, значит, откуда мы пришли, кто помнит, вот сюда мы завернули, зачем мы тут не были. Так, включаю фонарь, потому что нас будет видно. Блин, а сколько дел? Оружие, блин. Impact Mortal. Так, где я? Что за... А. Мы возьмем Impact Mortal. И когда будет два робота вместе, этот Impact Mortal создаст такой огромный взрыв. Да я понимаю, выбран. Так, два робота или один? Все снаряды. Значит, что-то, блин, морской. Два робота. Так, здесь я был. Еще как только мы увидим скопление роботов, мы используем этот вот ударный такой снаряд. Вон там музыка. Где себе использовать? Они хочу, вернее. Impact Mortal. Есть. Сейчас от этого. Я думаю, что лошадь в принципе. Эти не летать, но еще и стрелять. Мне пальцев не хватает. Все у меня будет. Сейчас можно, скорее всего, Impact Mortal взять и попробовать этим Impact Mortal. Давайте вот так вот. Все, пошли. Видите, как он довольно на огромном расстоянии зацепил. Довольно на огромном... Значит так. Где наш... Где взять этот? Вот этот. Все. Блин. Запутались руки в клавиатуре, блин, если честно. Многовато клавиш, может джойстиком удобнее играть. Ну, играть прикольно, мне нравится клавиатура играть. Приходится, блин, отдалживать пальцы на несколько секунд. На стрельбу, блин. Или на ускоритель. Как? Мы как раз использовали. Хорошо, здесь мы, блин, мы использовали пулеметную ленту, хорошо. О, смотрим, видите, так не подберемся и... Москва нашел. Видите, он их заносит. Держаться подальше от них, не
тебя хорошо, потому после уже накрыться будет твое это. Вот какие тут катакомбы подземные, подземных канализаций. Я полностью заблудился, вообще не знаю, куда мне. Куда мне идти? Вот этого я еще не видел, этого мигания, мерцания, видите. В карте я еще не обращался. Где вот это вот? Где я? Это очень мне напоминает начало вообще, если честно. Что, видите, вот он, работец такой сидит. Сейчас мы его... У него держаться нужно подальше, на расстоянии, соблюдать расстояние. У нас вообще нет ничего. Сейчас у нас какие-то ракеты, вот такие вот. Guided missiles. Попробуем. Если мы будем вернуться вообще. Если так можно. Guided missiles. Нет, нельзя. Guided missiles. У меня вообще нет других. Блин, меня тут напал. Короче, вы поняли, да? О, у меня этот робот погиб. Ну отлично. Меня, в общем, добило токсичным озером. Нужно было... Нужно стараться, конечно, не дотрагиваться до этого токсичного... Токсичной этой реки. Ну, что ж, прибегнем к помощи робота. Гида нашего. Find my power-ups. Ничего себе, ты... Ого! Реактивный гид просто. Куда? Спасибо. Все, домой. Если произошла это, этот тихий ужас, эта бойня произошла, ничего сделать не нужно. Ну ладно. Значит, я понял, если как только я увижу какого-нибудь робота, я попробую использовать нашу управляемую ракету, которая не самоуправляемая, а нами управляемая. Ой, я даже знаю, где я буду их использовать, я даже знаю. Там будет у нас такой... Здесь мы были. Там будет, значит... Там будет... Такое место... Так, здесь я не был или был, по-моему, тут я... А, нет, я тут не был, смотри. Пулемет и невидимка. Пулемет и невидимка, ты смотри. Если здесь пулемет и невидимка, значит, здесь рядом должна быть какая-то... Вход куда-то. Здесь мы точно не были тоже, видите. По этим мигалкам понятно. Становится. О, вот они, роботы. Значит, я отхожу подальше. Беру гайдинг веса, запускаю. Так. Вот он, работец такой, ничего не знает, ничего не ожидает. Их тут целых два. Первый, и попробую сейчас во второго запустить. Может, они начнут друг друга месить, а? Может, это сработает, а? Смотрите. Мы проверим, месят ли они друг друга или нет. Если нет, то тогда хотя бы одного робота попробовать этими миссайлами уничтожить. Смотри. Ну, естественно, он живучий.
робот ничего не подозревает. Он не знает, что я тут за углом нахожусь. Значит, как можно узнать, что вы убили робота? Как вы думаете? Справа вверху есть счетчик. Если мы его убьем, он нам покажет наши баллы. Все, последний снаряд. Но робот уже похоже... Кстати, робот был убит, а счетчик был таким и остался. Да. Ну, как минимум мы замочили одного робота. Даже снарядами поработал. Да. У нас тоже техника снарядами. О, здрасте. Неплохая. Так, я буду плазму. Плазму вроде бы как. Быстрее. Плазма быстрее, но супер лазер он все-таки мощнее. Плохо звучит, хоть так. И то хорошо. Так, дойти? А непонятно. Мы ищем выход из этого, из этой катакомбы. Минус 12 снарядов, и мы сейчас так вот сделаем с этим упреждением. Стеночку-то. Опа, смотри, я прямо в него попал. Есть. Так, ну эти снаряды срабатывают. Они срабатывают, это хорошо. Ну а дальше что? Так, значит... Еще один чувачок. Такой. Стали, давай. Покрывается трещинами. Ёлки. Что здесь? Мне кажется, знаю, что там, но, блин. Там, короче, тихий ужас вообще-то, вот там вот. Там тихий ужас. Вот они спят. Смотрите, сколько их здесь. Попробовать надо тихонько пособирать оружие, блин. Жизнь, оружие. Но если я разбужу всех этих роботов, то нам настанет кирдык, блин. Ну, быстро. Тут еще что-то есть. Что-то хрень есть. Еще. Так я пока вас не трогаю, робота. Пока я вас не трогаю. О, ключ. А, я взял full map.
нас сейчас есть полная карта. Погибать я не хочу. Так, понятно. Все, что я взял, все, что там было, это full map. Значит, я не трогаю никого, пусть они там торчат. Мы ищем выход из катакомб. Значит, мы вошли. Нам нужно выйти с той стороны, где эта башня находится. Слушайте, мы уже полчаса играем, или я уже играю полчаса. Так, здесь. Вот эта невидимка, значит, она могла быть использована нами. Так, здесь я был. Значит, здесь я, наверное, был. Да, пошел, блин, в ту сторону. Я не мог идти сюда. А, смотрите. Ну ладно, я их не трогаю. Этих роботов пусть спят личинки. Кажется, вот сюда вот сейчас. Нет. Да или нет? Нет, потому что я здесь был, блин, значит, надо совсем в другую сторону. Надо идти совсем в другую сторону. Капец. Так. Так, я подозреваю, что... Вообще-то... О! Вот тут что-то такое. Короче, я заблудился, блин. Очень конкретно заблудился. Я подозреваю, что нужно нам либо использовать гида, либо карту смотреть. Самому можно найти, конечно, путь, но это, блин, будет очень долго. А что там вот впереди? О, кстати, смотрите. Блин, нет, нету. Да. Ладно, смотрим на карту. Значит, мы уже целых полчаса. Пытаемся найти выход из катакомб. Значит, зашли мы отсюда, а выйти нам нужно вот там. Давайте проверим город. Сказку. Я же включил террейн. Так. Все фигня. Значит, смотрите, вот это вот метро. Метрополитен весь. Вот так вот мы вышли, блин. Так вот мы ходили. Вправо, влево, влево, вправо. Вот он весь город. Вроде мы ничего не пропустили. Так, потом мы спустились в канализацию, блин, вот здесь. И тут мы лазили, везде лазили. Смотрите, сколько тут всяких ходов. Вот здесь вот мы взяли full map, полную карту. Больше здесь нет ничего интересного. Значит, нам нужно сейчас... Где я нахожусь? Я нахожусь вот где. Нам нужно сейчас идти, да. Дойти, где? Еще раз. Да, я здесь, значит. Значит, блин. Я почти возле входа. Значит, мне нужно развернуться на 180 градусов. И потом держаться все время. Право, 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 и дойду до туннеля. Угу, понятно. Ну, понятно все. Так, карта нам помогла. Карта нам помогла, значит, так. Держусь все время правой стороны.
смотрите, какая здесь огромная канализация на морской. Очень легко потеряться. Держусь все время правой стороны. Что же такое? И третий. Никуда не вернусь, конечно. Вот этот вот, помните, у нас был Mortal Impact, такая вот большой снаряд, вот куда его запустить, вот было бы просто классно, я думаю, он бы фиксировал. Ого, слушайте, вот это взрыв был. Может быть, знаете, что это могли быть? Они могли друг с другом драться. Давай напалм работаем. Бум, если честно. Погибать. О. Ну. Два, целых два. У меня напалма почти не осталось. Что за хрень? Слушай, давайте попробуем спровоцировать одного. Второго. Что не начнет друг друга бить. Одного я засыпаю, а второго одного. Сейчас напалом попробовать хоть чуть-чуть на них. Так, засыпили. Пусть он погорит там. Засыпаем еще раз. Не меньше, все хорошо. Видите, он как-то стреляет на упреждение, как будто он знает, куда я собираюсь лететь. Очень умный робот, блин. Ну, это, конечно, не робот. Давайте хотя бы до выхода из канализации дойдем. Здесь я точно не. В принципе, сюда ладно, уже я не пойду. Пусть они там сидят. А, значит, роботы были здесь. Я думал. Главные снаряды. Здесь. Здесь наводящие снаряды. Отлично. Чуть-чуть не сдавать наводящих снарядов. Блин, куда идти? Сюда? Или сюда? Смотри тут. Его так практически не видно. Если близко, то он рукопашный. Короче, теперь я его убить успел. Любой робот любит, просто обожает рукопашный бой. Собираем все пулеметные ленты. Сохранимся. Вот он, выход. Отлично, выход я нашел, но нет еще что-то. Где-то какой-то закоулок остался, который я. Вот это что? Да, похоже, это закоулок. Я, по-моему, отсюда приходил. Здесь только энергия. Да, мне кажется, я когда-то вот сюда-то вот заворачивал, и я увидел этих двух.
сидящих личинок. И я подумал, нет, я лучше сюда не пойду. Ну ладно, значит, мы заканчиваем серию сейчас. Где это? А, не здесь. Заканчиваем серию. В этой серии мы полностью сделали прохождение внутри канализации. Ну что ж, вот он. Вот оно, звездное небо опять. Вот там видны роботы всякие опять же. Это уже в следующей серии. Все. До встречи.